Кремль подтвердил подготовку визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Россию, в ходе которого турецкий лидер обсудит со своим российским коллегой Владимиром Путиным двусторонние отношения и региональные конфликты. Действительно, двусторонняя повестка России и Турции весьма обширна. Это и Сирия, и Ливия, и Афганистан, и Украина, и Карабах. На прошлой неделе Путин неожиданно принял в Кремле президента Сирии Башара Асада и в ходе встречи заявил ему, что вы контролируете 90% Сирии, а иностранные военные, прибывшие без одобрения ООН, являются препятствием перед сирийским правительством. Говоря об иностранных военных, российский лидер, как предположили эксперты, подразумевал турецких военнослужащих. Оставим в стороне тот факт, что российские войска в Сирии тоже находятся без одобрения ООН, исключительно по приглашению Асада, в то время как Турция водила войска в эту страну в соответствии с 51 статьей Устава ООН, воспользовавшись своим законным правом на самооборону. Путин, отметим, принимал Асада на фоне участившихся атак российских ВКС на протурецкие силы в стране, во время которых погибали и турецкие военнослужащие. Только на прошлой неделе в результате очередного такого нападения двое турецких военных погибли и трое получили ранения. Прокремлевские эксперты, комментируя предстоящие переговоры в Сочи, уже выдали перлы в стиле «Путин прижал Эрдогана к стенке, а тот снова едет к нему на поклон». Но так ли это на самом деле? Ответ очевиден. Анкара накануне заявила, что считает выборы в Госдуму России в Крыму нелегитимными, а совсем недавно была представлена на высшем уровне в работе Крымской платформы. Турция укрепляет и расширяет параллельно оборонный союз с Украиной. И после всего этого абсурдно утверждать, будто бы Эрдоган прижат к стенке. По понятным причинам азербайджанская общественность пристально наблюдает за турецко-российской повесткой. Союз этих стран в интересах Баку, а теперь уже в новых реалиях. Напряженность в отношениях Москвы и Анкары могла бы привести к дополнительным проблемам для Азербайджана в Карабахе. У Азербайджана накопилось множество вопросов к России, и отношения между странами, скажем прямо, испытывают период турбулентности. К сожалению, турецкие миротворцы так и не смогли войти в районы, пока что неконтролируемые Баку. Если бы это произошло, мы бы имели сегодня совершенно иную картину и не отвлекались бы постоянно на провокации российской стороны в Карабахе. Но так или иначе, не следует забывать, что присутствие турецких военных в мониторинговом центре в Агдаме играет сдерживающую роль. Если бы их там не было, могло бы быть гораздо хуже. Нетрудно догадаться, что к темам переговоров лидеров добавится также и нормализация турецко-армянских отношений, с учетом того, что именно Россия продолжает определять внешнеполитическую повестку Еревана, полностью находящегося в орбите московского влияния, но в то же время пытающегося в последнее время уйти из нее. Министр иностранных дел России Сергей Лавров уже заявил, что в Москве хотели бы восстановления отношений между Анкарой и Ереваном. Но ход реализации, точнее, не реализации трехстороннего заявления по Карабаху, ведет к тому, что искренность намерений России оказывается под вопросом. На днях турецкий лидер заявил о своей готовности встретиться с армянским премьером Пашиняном, который и выступил инициатором такой встречи, но ждет от него позитивных шагов. Речь об открытии Зангезурского коридора, представляющего стратегическую важность для Баку и Анкары, поскольку он имеет важное значение для развития торговли и экономики. Эрдоган заявил открыто, что это политический вопрос. И нетрудно догадаться, что против открытия этого коридора выступают Россия и ее сателлит. Накануне вице-премьер РФ Алексей Аверчук открыто заявил, что стороны на переговорах трехсторонней рабочей группы в Москве не обсуждают открытие коридора через Армению. Откровенно говоря, опасения Москвы понятны. Коридор является самым коротким путем, соединяющим и Запад, и Турцию с Каспийским морем и Тюркским миром. В Москве всерьез обеспокоены усилением турецкого влияния на территориях, которые в Кремле по-прежнему почему-то считают зоной, подвластной командному голосу России. И не менее обеспокоены укреплением союза Анкары и Баку. Было бы наивно полагать, что в России в скором времени забудут о том,
как материальные потери армянской армии в период войны в Карабахе составили порядка 4 миллиарда долларов. Это привело к серьезному подрыву авторитета российского ВПК и, напротив, росту внимания стран к турецкому вооружению. Но напомним, Азербайджан уже предоставил Армении через свою территорию коридор в Карабах шириной в 5 километров. Теперь очередь за Ереваном. Армения должна дать Азербайджану аналогичный коридор через территорию. Ведь это не капризы Баку, а пункт трехстороннего соглашения, под которым стоят подписи и Пашиняна, и Путина. И Азербайджана турецкие учения вблизи Лачинского коридора были четким сигналом Армении. И не только Армении. Президент Эрдоган, несомненно, затронет ситуацию в Карабахе и тему Зангезурского коридора на переговорах с Путиным. Переубедит ли Эрдоган Путина? Если да, то ситуация может, наконец, сдвинуться с мертвой точки. Остается надеяться, что серьезную эскалацию, способную произойти в любой момент, лидерам удастся предотвратить посредством дипломатии, как это им удавалось прежде.